Truth is, I'm scared, cause when I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like a needle lost in the sand, the ink dried in my hand. It's unthinkable. Like a bird that never learned to fly, I shouldn't ask you to try. It's unthinkable. But loving you was easy. See, when it was just you and me. Since you wanna leave this, then I'll pick up the pieces. You said I'm out of second chances, and I know that I'm not perfect, and this probably sounds really selfish, but I hate that I'm not with you. I just wish that I could tell you that my this time is the truth. I lost the trust, I understand, but do I have to be that man? It's unthinkable. But подружки, привет и добро пожаловать на мой канал. Мы наконец-то вернулись в хорошем настроении, с хорошим здоровьем, и у нас наконец все хорошо. Прошли наши все кишечные болячки, мы наконец-то все восстановились и наконец-то чувствуем себя прекрасно. Помимо этого, меня, конечно же, чуть-чуть мучает токсикоз, но он ко мне как-то приходит в гости очень скромно и по вечерам, поэтому в целом это небольшая проблема. Еще хорошее настроение у нас, потому что сегодня 1 марта. По крайней мере, на календаре мы видим, что зима закончилась, начинается весна, и от этого настроение, конечно же, еще больше улучшается. Всех вас, мои подруги дорогие, поздравляю с 1 марта, с наступлением весны и ждем хорошей погоды. Ку-ку. Смотри, котенок, вам подруги твои. Скажи, подруги, привет! Скажи, привет, подружки! Март месяц для нас, на самом деле, очень классный месяц, потому что у нас, особенно в этом году, очень много всего, что происходит именно в этом месяце. Первое, буквально пара-тройка дней, и мы узнаем пол нашего будущего малыша. Для меня, конечно, ну вы знаете меня, я жду этого дня очень-очень-очень с огромным нетерпением. Понятное дело, уже сколько, ну недель, наверное, можно сказать, планирую, как же мы будем делать свой гендер-пати, в котором мы будем объявлять пол ребенка. И, конечно же, идей у меня очень много. В силу того, что буду делать отдельное видео для YouTube, то есть для вас, то нам придется организовать целых две гендер-пати, в которых мы будем объявлять пол ребенка. Значит, первое видео я буду делать для вас и для Арса. Сразу скажу, что пол ребенка я буду знать с самого начала. То есть я в этот раз, ну, впрочем, наверное, как и в прошлый раз, ну, узнала сразу сама. Но в прошлый раз это было потому, что у меня не было терпения дождаться этого гендер-пати. Я думала, да ну, я лучше сама узнаю, вот по возможности быстрее. Для Арса сделала сюрприз, помните, мы там коробочки с ним открывали, и, в общем, тогда он узнал о том, что у нас будет сыночек. В этот раз, на самом деле, несмотря на то, что я действительно с огромным нетерпением жду, я не могу сказать, что мною в первую очередь движет нетерпение. У меня есть какое-то странное такое ощущение, которое появилось буквально недавно, и я думаю, это, наверное, потому что действительно вся наша жизнь, ну вот как минимум с Рэмом, и также вот сейчас вторая беременность, она, ну, достаточно публична. То есть это, понятное дело, мое решение, я решила делиться с вами этим нашим путем, но в то же самое время вот вместе с этим появилось какое-то такое ощущение, что для меня лично ничего больше не остается. И ясно, ну, что я не жалею об этом решении, потому что это правда очень интересно. Я рада делиться с вами опытом, и также каждый раз, когда я публикую видеоролик, и вы делитесь своим опытом, это бесценно. Но у меня возникло огромное-огромное желание хотя бы что-то немножко, хотя бы на минуточку оставить только себе одной. Вот прям мне, даже не мужу, только мне и все, больше никому. Поэтому я решила, что как только придут результаты
и я смогу узнать пол ребенка, я его непременно узнаю, и хотя бы, не знаю, несколько денечков, я вот поживу с этой информацией вот сама собой, вот только я одна. И буду как-то ее переваривать, буду как-то с ней живаться, буду, ну не знаю, ну как-то в общем, мы с моим малышом вдвоем поживем с этой большой-большой новостью. И потом уже я буду записывать видеоролик, в котором я буду объявлять Арсу, этот пол, и мы решили, что мы будем хлопать хлопушки. То есть я закажу, не знаю, штук 10, наверное, этих хлопушек, и будем по очереди с ним хлопать, пока не посчитаем правильный цвет, значит, в правильном количестве, и, ну, то есть я Арсу объявлю о том, какой пол нашего ребенка. Ну и, соответственно, для вас. А второй гендер-пати я устрою на свой день рождения, то есть это 8 марта. Это будет уже для близких наших друзей, с которыми мы встречаемся здесь, в Санкт-Петербурге, практически каждый день. То есть они приедут поздравить меня с днем рождения, и я для них организую такие маленькие индивидуальные стаканчики, десерты шоколадные. Эй, ну не надо рвать нашу коробочку, котенок, я и так уже ее заклеила скотчем. Давай складывать карточки, давай вот сюда, давай складывай карточки, мам будет держать, на. Держи карточку и складывай. Ну или книгу почитай. Короче, я решила сделать для каждого гостя индивидуальный десерт. И в этом индивидуальном десерте внутри будет начинка, ну, конкретного цвета. То есть либо голубой цвет, либо розовый цвет. И таким образом каждый гость, он должен будет есть свой десерт и докопаться, в общем, до правильного цвета. И таким образом каждый индивидуально узнает о том, кого мы ждем, мальчика или девочку. Ну, как-то так, пока мне все это видится. Я надеюсь, у нас оба эти мероприятия получится и пойдет все на ура. И, в общем, с большим-большим нетерпением, конечно же, я этого жду. Ну и да, как я уже упомянула, в марте у меня также день рождения. Это 8 марта, и, конечно же, свой день рождения я каждый год также жду с большой радостью и как-то вот, ну, не знаю. Все у меня есть какое-то, знаете, такое отношение к дню рождения, как вот у маленького ребенка, когда у тебя есть ожидание вот какой-то сказки, огромных сюрпризов, и ты вот прям ждешь, с утра просыпаешься и вот ждешь своего праздника. И на самом деле, наверное, это потому что мама, она нас так воспитала. То есть с самого детства она нас поздравляла со всеми праздниками с самого раннего утра. То есть ни днем, ни вечером, ни в полдень, а вот именно с самого раннего утра открывалась дверь, мама заходила с подарками и поздравляла нас с братом с нашими праздниками. И также в марте, конечно же, у меня будет мой первый скрининг. То есть это как раз-таки неделя после моего дня рождения. Это уже будет 13-я неделя моей беременности. Я запишусь на первое большое-большое УЗИ. И, конечно же, там, наверное, еще какие-то анализы, которые мы сдаем как раз таки в это время. А у тебя, котенок, какое настроение? Хорошее или поорать? Хорошо поорать, котенок? Все у него нормально. Кстати, подружки, пишите в комментариях, как вам кажется, мальчик у нас или девочка? Мне дико-дико интересно. Да, скажи привет. Давайте устроим с вами голосование и в комментариях посмотрим, сколько из вас думают, что мальчик, сколько из вас думают, что девочка. Что же новенького еще у Рэма по нашему развитию? Многие из вас очень часто, особенно в директе, меня спрашивают, как же наши дела с горшком? С горшком наши дела, вот они. Стоит наш прекрасный горшок в комнате. И путешествует в целом он по нашему дому вместе с нами каждый день, потому что сейчас товарищ очень любит снимать свои штаны, снимать свой подгузник. Давай я тебе помогу, котенок. На, кошечка. Он снимает свой подгузник и, в общем, идет, садится на унитазик и сидит на нем. Круто, что по сравнению с самым началом, когда мы только планировали обучать его горшку, он на этом горшке практически не сидел. Сейчас он с большим удовольствием сидит. Главное, чтобы у него была бумажка и чтобы он мог свою писю вытирать. Но пока ничего на этом горшке не делает. В целом, мы, наверное, сходили на горшок вот так вот, чтобы полноценно два раза. У меня удалось поймать моменты, когда он хочет по-большому. Я его сажала на горшочек, и он на этот горшочек ходил. Потом было огромное-огромное удивление, что же там появилось. Я ему объясняла, что это вот пук-пук-пук из попы. И сейчас мы будем прощаться, отправлять это в большой унитазик. Он с большим восторгом нажимал на кнопку слива. Ну и, в общем, интересен был ему жутко этот процесс. Конечно же, также
мыть после этого всего руки и так далее. Ну, а всем остальном у нас пока прогресса нет, отчасти, потому что нас посетил баляна-пастит, то есть это воспаление головки, когда для мальчика это очень-очень болезненный процесс, и если с ним быстро и вот сразу не разбираться, то это может повлечь за собой последствия. Следовательно, для нас почти 2 недели, наверное, антисептических ванночек с ромашкой и прочих процедур для того, чтобы привести это все дело в порядок. Понятное дело, сейчас у нас все в порядке, но наш хирург-уролог сказал о том, что пока давайте отложим ваши горшки на немного более теплое время года, потому что сейчас, особенно в такую холодную морозную зиму, когда вы гуляете и когда вот эти перепады температуры, лучше ребенка горшку не обучать и подождать до более теплого времени года, особенно если подход обучения горшку, он также предполагает, что ребенок, он будет выходить на улицу на прогулки без подгузника. Понятное дело, сейчас вот мы не планировали даже его на улицу выпускать без подгузника, потому что, ну, понятное дело, ты не будешь в зиму гулять с ребенком, который с мокрыми штанами. Ну и, следовательно, мы так потихонечку этот процесс вот активный отложили. Тем временем, в любом случае, мы читаем книги про горшочек. Он уже знает, что такое горшочек. Он видит, как на горшочек ходит его друг Марк, который приезжает в гости, он уже, ну, как бы прекрасно не уходит. Причем мама его не обучала горшку абсолютно. У него это получилось вот в один день просто сам. Снял свой подгузник, показал на горшочек, мама его отвела, и он сделал свои дела. И с того момента он, в общем, очень просто, легко, замечательно этот горшок ходит. Понятное дело, иногда бывают какие-то там аварии, и получится сходить в штаны. Это исключительно редко, когда такое происходит. И здесь я вот наблюдаю за ним, я понимаю, что ребенок абсолютно готов. Что касается Рема, он не совсем еще готов к горшку, он не понимает этот процесс. Несмотря на то, что мы в ванне, например, ему объясняем, когда он стоит, особенно я вижу, что он хочет писать, я указываю ему на, в общем, соответственное место, он начинает писать, и уже как-то он понимает, что у него есть взаимосвязь между его контролем организма и процессом, который происходит. И он может сам, как бы произвольно, решить, когда он пописает или когда он не пописает. И в ванне он прекрасно практикует этот момент, и также он вызывает у него большой-большой интерес. Что касается остального времени, да, по дому он пока что ходит у меня в подгузнике, и на самом деле я каждый день думаю уже так, сейчас 1 марта, стало теплее. Но, наверное, в целом, раз уж он ходит по дому и время от времени снимает свой подгузник, снимает штаны, может быть, можно, ну, как бы взяться и вот просто каждые 20 минут его отводить на горшочек и говорить, что сейчас время пописать, давай сядем, пописаем, дать ему вот эти там книжки, наклейки и, господи, что, чего только у меня еще нет. Но в связи с этими нашими болячками, токсикозами и всем остальным, я все откладываю, понимаю, что... Здесь нужна сила воли еще и мамы, не только ребенка. И в целом здесь нужно следить, потому что, понятное дело, если пустить его целый день без подгузника, даже если это тренировочные штанишки, это трусики, или, например, это ритузики, это все равно, ну, как бы будут протечки, это все нужно убирать, и за этим следить, и так далее. Короче, я все собираюсь морально к тому, что вот надо этим заняться, но пока горшочек с нами путешествует, и пока Рэм на него просто садится, и как бы имитируют, когда мама и папа сидят на горшочке, ему показывают, что вот сейчас это, сейчас то, вот бумажка, вот помыть ручки. Ну, окей, пока пусть имитируют, и здорово. Ну, в общем, я на самом деле с самого начала говорила, что я не буду нагнетать этот процесс. И я в целом из тех мам, которые не считают, что это какой-то кошмар, что ребенок даже в 2 года с подгузником или 2,5 с подгузником. Для меня это абсолютно, ну, как бы окей. И я, ну... считаю, что это нормально. Единственное, что если только там, например, там это время совпадает с тем, что ребенку нужно идти в садик, и там требование, чтобы ребенок ходил, тогда, понятное дело, своевременно нужно этим вопросом заняться. Но пока этого требования нет... Ну, не знаю, в общем, у нас как-то так вяло текущий этот процесс проходит. Смотрите, что еще у меня есть.
новиночка в нашем доме – это фетальный доплер. Помните, я рассказывала в прошлом своем видеоролике с отчетом о беременности, о том, что перепугалась я из-за исчезновения всех симптомов токсикоза и побежала на УЗИ проверять, все ли с беременностью в порядке. Доктор моя на это предложила купить фетальный доплер, дабы сердце матери было спокойным. И вот я купила... Где купила? Не помню, магазин. Ну, в общем, они продаются везде, и на Озоне, и на Яндекс.Маркете, и где бы то ни было. Короче, куча магазинов, которые их продают. Есть модели у них подороже, есть модели подешевле, но я взяла такую самую basic. Сантек называется фирма, вот именно как раз-таки этого, такого карманного доплера. И здесь у него основная функция только, в общем, отслеживание сердцебиения. Те модели, которые покруче, у них там есть еще, ну, типа кардиограммы, и они еще отслеживают какие-то сбои и так далее. Ну, в общем, я взяла самый обычный, стоил он 3 что-то там с половиной тысячи, плюс я заказала дополнительно гель, который для него нужен, потому что в комплекте там маленький-маленький тюбик, я заплатила что-то типа там 4, наверное, 900 со всей доставкой, и вот дома у меня есть такая вот красота. Сегодня, к сожалению, мы его не попробуем, потому что в инструкции я прочитала, что этот доплер можно использовать начиная с 12 полных недель. До этого времени он сердцебиение не поймает, так что смысла сейчас пробовать нет. У меня сейчас, что получается, 11 полных недель. Вот ровно 11 недель и один день. Так что еще недельку минимум подождать, и тогда мы сможем с вами попробовать вместе, как этот доплер работает. Ну и, надеюсь, у нас получится поймать сердцебиение. Не совсем простой это процесс, особенно для новичка. Но в случае, если у меня не получится, возьму его с собой на следующий визит к доктору и попрошу, чтобы она попробовала поймать и мне показала, где вообще находится мой малыш и как найти это сердцебиение. Ну, в общем, классная штука, так что будем с вами пробовать, как она работает. Эй, а ты моя классная штука. Маленький трактор, ну чего ты там? Когда подходит время дневного сна, ребенку лишь бы прилечь. Да, и все игры у нас происходят горизонтально. А рот у тебя что грязный такой, котенок? Голубоглазый мой ребенок. Рот почему грязный? Пойдем мыть рот. Бутик мой сладкий. Вот еще подружки из новых штук в моем доме. Это сушеная манго. Когда давала вам отчет беременности в прошлом своем видеоролике, очень многим подругам понравился мой рассказ про батон белого хлеба и мое посещение колхоза, в котором я и купила эту красоту. Ну, в общем, из всех моих покупок самое-самое, конечно же, ценное — это вот эта сушеная манго, на которую я запала. Понятное дело, что здесь калории как в Сникерсе, поэтому за этой красотой нужно сильно следить и не увлекаться. По чуть-чуть, по штучке 2-3 я в день съедаю. И, в общем, удовольствие невероятное. Так, а ты что там делаешь уже? И? Ну, все как обычно, подруги. Отвернешься на секунду, и тут котенок добрался до нашего... Ну, и что ты натворил? До нашего ящика с нашими всякими вкусностями и крутостями. Ну, вот теперь маме придется все это чистить. Ну, давай подругам как раз покажем, что мы тут с тобой жрем. Это мой безглютеновый хлеб. Кстати, о нем тоже я, по-моему, рассказывала вам. Он с серый, со всякими семечками. То есть это не белый хлеб. Из всех безглютеновых вариантов хлеба шара это самый-самый вкусный, самый нормальный. Поэтому его я всегда покупаю. В последнее время я нахожу его только в Атоне. Как неудивительно. Потом мы любим корнфлейкс. Тоже это безглютеновая история. Это очень здорово. Вкусвилл. У них есть классные чипсы. Всякие разные овощные. Ну, ребенку я редко их даю. В целом, съедаю их сама. Но пока они вот у нас лежат. Дети наши вот здесь, ну, дети, я имею в виду Рэм и его дружки, они любят вот эту штуку. Это чипсы яблочные. Так, потом еще что у нас тут? Детские макарошки вкусненькие. Ну, бантики, они очень удобны для малыша есть. Ну, по форме и по размеру. Потом у нас французское печенье. И еще безглютеновые крекеры, которые соленые. Эти, кстати, тоже хорошо могут помогать в токсикоз. Но я ими вообще не увлекаюсь, они у меня тут лежат и лежат. Ладно, все, закрываем ящик, потому что ты мой котенок. Тут у меня все разрушишь. Мало того, что маме сейчас нужно убирать все, что ты там накидал. Да? Ну, и чего? Вот что ты сейчас этим будешь делать? Ну и поедай, будешь моим пылесосом. Да, котенок? Еще, подружки, моя особая любовь в эту беременность – это долма. Моя свекровь, она делает, мне кажется, самую вкусную долму на свете. И я готова ее поедать с утра до позднего-позднего вечера.
Это такая вкуснятина, я не могу. И еще красные яблоки. Вот самые холодные, хрустящие красно-розовые яблоки. Типа из серии Red Chief или Pink Lady. Вот что-то типа того, вот чтобы оно было непременно розовым, у них вкус особенный. И чтобы это яблоко было, знаете, не крахмальным, а вот прям хрустящим и холодным-холодным. Ну вот такие вот, подруги, у нас новости в нашем доме. Сегодня у нас, да, с тобой хороший, спокойный день. Мы будем уже, как обычно, отправляться на наш дневной сон. Ребенку уже пора отдыхать. Ну и, собственно, и мне тоже пора немного отдохнуть. А мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. Не забывайте, что в четверг у нас большой-большой шопинг. Мы с вами поедем за первыми покупками для новорожденного малыша. Пока не буду говорить, что мы будем покупать, но гарантирую вам, что те покупки, которые мы запланировали на четверг, они дико-дико интересны и 100% вам понравятся. Поэтому не пропускайте. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек, дабы не пропустить этот выпуск. Ну и, конечно же, ставьте лайк и комментируйте под этим видеороликом, как вам кажется, будет у нас мальчик или девочка. Ну а я с вами сегодня прощаюсь, увидимся с вами в следующем видеоролике. На сегодня всем доброго дня. Пока!